Родриго заряжает, попадает соперника. Родриго перевод на Датине. Тот мягко мяч останавливает. И что будет дальше? Датине может, конечно, и индивидуально соперника переиграть. На Панкратова пошел, мяч поднял и забил. Шикарен. Шикарен сегодня этот парень. И до Насименто Брага Луис Альберто забивает второй мяч. Датинью 2-0 в пользу Кристалла. За 6:56 до завершения второго периода. Опять же, как и ранее, да, из ничего забивает против Панкратова. Мяч поднимает и пробивает. Здорово, Слава.